Как вы видите, на карте обозначен яркими цветами два государства. Это вот Российская Федерация и Япония. Вот зеленый это Япония, вот оранжевый это Россия. Давайте вот для интереса просто сравним масштабы, да? Масштабы и всю даже экономику сейчас сравним и сейчас я вам расскажу. Так, площадь России первая в мире, 17 миллионов там, квадратных километров. Там. 17 миллионов 125 тысяч квадратных километров. То есть 8 человек на 1 квадратный километр. Вот. А у Японии площадь 377 тысяч 943. Вот такой. У них на 1 квадратный километр приходится где-то 337 человек на 1 квадратный километр. Вот. Население у Японии 140, нет, 126 миллионов человек на такой масштаб. А у России 143 миллиона, ну, чуть больше, чем у Японии. А теперь вот посмотрите, где Япония, где Россия. Вот, то есть, если соединить где-то там, более 50 Японий, наверное, даже одна Россия не получится. Да? Такая величайшая у них там территория. Вот, ВВП у России... ВВП у России 1 триллион 779 миллионов долларов. Вот, ВВП. А у Японии 3 раза больше. 3 раза больше, представляете? 4 триллиона 43 миллиона долларов. Вот. Вот. Экономика у Японии. Вторая экономика мира, оказывается. Вот Япония считается вторая экономика мира. То есть это очень мощная страна. Я не знаю, можно с Китаем даже сравнить, или на один ступень Китай, что ли. То есть, да, на один, на пару ступеней они отстают, китайцы, от Японии. Вот. По ресурсам Россия первое место, оказывается, занимает, первое место в мире по добыче там, по добыче, по экспорту сырой нефти. И первое место занимает, оказывается, по газу. Других сейчас ресурсов я не буду говорить, таких как золото, алмаз, никель, там, медь, железные руды, они тоже лидируют. Вот, по полезным ископаемым. А у Японии нету полезных ископаемых. У них ничего нету, они ничего не добывают. Вы сами знаете, да, как мы часто наблюдаем, какие землетрясения у них там происходят. Если землетрясение, там все разрушается, быстро они восстанавливают страну. Но при этом считается Япония второй экономикой мира. Представляете? Зарплата у них там 4 раза, 5 раз больше, чем в России. Блин. Вот. Я одно не понимаю. Россия всегда говорит, россияне, мы великая страна, великая держава. Ваше величие только в размере. Все. Только в размере. Несмотря, что у вас там куча ресурсов, вы ничего не можете сделать с этим. Жаль вас очень.